Сегодня собираются юноармейцы, значит, наша молодежь. Благодаря им, нашему будущему поколению, которое будет, естественно, пополнять ряды, я думаю, вооруженных сил наших, хотелось бы подчеркнуть значение этого дня. Сегодня будет проходить занятие. Я хочу провести небольшое занятие по вопросам военной тематики, рассказать молодому поколению о наших вооруженных силах, не только которые тоже, ведь и гражданская оборона является частью вооруженных сил, рассказать о новых видах вооружения, показать современные средства защиты, ну и рассказать о том, как важна служба в армии. Вот такие вот встречи и такие знания, как о защите, например, при чрезвычайных ситуациях, как ты считаешь, насколько они нужны для повседневной жизни, вдруг с тобой что случится, то есть ты уже знаешь, как бы у тебя не будет паники, и вот. А что ты знаешь, например, уже? Ты знаешь, как пользоваться противогазом? Да, знаю. Что то еще? Есть, как разматывать шланг, потом, что еще, как оказывать помощь больному, то есть в любых ситуациях, что надо делать при определенных выбросах, как бы там, если у нас на фосагро произойдет, то есть аммиак, там все вот это.